Скажіть, будь ласка, які сили стоять зо мною, світлі чи темні? Коли людина себе заганяє і каже собі, що в мене там, коли людина гавкає, матюкається, коли людина ругається, коли людина всім пише якісь там коментарі погані, коли людина ненавидить, я не знаю, як це на українській мові, то темні. А коли людина хоче там, хоче робити добро, хоче, щоб діти були гарні, дружину свою підіймає, коли утро починається з того, що у душі, в серці забота, мама, діти, дружина, любі ваші. Вообще, как это все происходит? У нас есть в украинские свадебные песни, есть співанка такая, и там кажуть: «Доле моє доле, може мулом тебе замулило». Чули таку, мабуть? Що це за мул? Это когда человек все время себя начинает загонять. То есть я там плохой, вот что-то произойдет, так, мне там все плохо, эти, а меня не любят, меня любят. Сколько можно? На лицо надо посмотреть свое, если лицо перекривленное, если лицо всех ненавидит, если вместо лица видят уксус, перец с кетчупом, если вы всех не любите, вас все раздражают, если... то тогда темные. А если наоборот, несмотря ни на что, что буду делать, если меня завтра будут расстреливать? Буду улыбаться на все 24 вставных зуба. Почему? Весь мир в труху. Но умру с улыбкой, даже если больно. Что я делаю, когда я просыпаюсь утром? На меня смотрят близкие. И что я им могу дать, если у меня ничего нет? Могу дать им свое чувство, свою улыбку, которая проявляется в виде моего чувства. Да, я могу раздражаться, не раздражаться, но это не имеет значения. Это мое дело. Это их не касается. А что я могу им дать? Я могу дать им улыбку, заботу и мое трудолюбие по отношению к этим людям. Это и есть вариант служения светлого человека и светлых сил.